Всем привет! Хочу вам показать своих двух новых красавчиков. Я, как многие из вас знают, в завязке. Терплю, не покупаю ничего. Я держу свое слово. Сама себе обещала, терплю. Но вот этих красавчиков я заказала еще ранней весной в группе Happy Orchid. И пришли они уже где-то, наверное, в мае пришли в группу Happy Orchid. И я их никак не могла забрать. Представляете, сейчас середина августа. Чуть больше 2 месяцев я просто их не могла забрать. То мне лень, то некогда, то дела. Ну, не могла доехать до группы и забрать их. И представляете, вот эти месяцы, они, девчонки, кто там работает в группе, они о них заботились. Большое спасибо вам, девчонки. Огромное спасибо Лилии, хозяйке группы, которая вот дарит нам такую радость. Представляете, 2 месяца вот эти растения находились в этой группе, и они живы. Они, вот этот малыш, это подросточек, совсем крохотный, 2,5, даже, мне кажется, меньше, выдал цветоносик. Вот он, у меня опять этот комар большой летает. Вот такой цветоносик, вот так он называется. Я даже не стала пересаживать. Здесь корешков не видно, но они есть, он крепенький, он так плотно держится. Смотрите, какие листочки. Просто прекрасный экземплярчик. Я не могу передать, у него такие листья лаковые. Смотрите, и за 2 месяца начали уже как бы расти корешки, раскукливаться. Вот корешок, потом еще где-то я видела корешок. Вот этот вот раскукливается. Это так прекрасно, что вот, знаете, меня еще вот, что радует эта группа, меня не напрягали. Я сказала, я написала, я пока не могу приехать, вы можете о них позаботиться? Да, без проблем, все. Никто меня не напрягал, приезжай, забирай, приезжай, вот они там гибнут или что-то не то. Нет, как сможете, так и приедете, заберете. Мы ваши цветы любим, мы о них заботимся. Вот наглядный пример. Ну, где-то больше 2 месяцев, как они пришли. Я даже уже перестала отслеживать, вот появилось время, бегом за ними. Просто, ну, как бы в двух разных концах Москвы мы находимся друг от друга. Вот этот вот вообще красавчик, смотрите. Ну, они оба красавчики. Вот все-таки как о них заботились. Он уже, мне сказали, процвел, но будет еще цвести. Листочек лезет. Вот такой вот прекрасный малыш. Так что я реально советую группу Happy Orchid. Это не реклама, нет. Просто вот все-таки, когда хозяйка группы любит растения, у нее тоже огромное количество растений, там такие экземпляры, что мама не горюй, там только на выставку. И когда человек, вот продавец любит растения, как бы свои, он любит и чужие. Вот, видите, наглядный пример, заботились, все с ними прекрасно, растут. Даже вот, наверное, скоро зацветет. Вот этот малыш, и этот, думаю, зацветет. Девчонки, Лиля, вообще отдельное спасибо за заботу о моих цветочках. Я, конечно, еще в завязке, я не развязалась. Это же, ну, я как бы сама себе говорю, это же простительно, да? Я же давно заказала и купила их. Тогда я не была в завязке еще так сильно, конкретно. Вот, я как бы, ну... Дайте мне значок за мое терпение. Ну вот, решила снять, показать и похвалить эту группу за то, что они заботились о моих цветочках. И не настаивали, не кричали: приезжай, забирай, приезжай, забирай. Чуть больше 2 месяцев они были у них. Я зашла,
Они все стоят под лампами, под вентиляторами, там дует на них, у них там просто. Я даже в следующий раз, если куплю, развяжусь, надеюсь, не развяжусь, но если развяжусь на покупке снова орхидей, то обязательно попрошу девчонок, Лилию, вам показать, как у них ваши цветы находятся, как они о них заботятся, с какой любовью. Это здорово, я так рада. И честно, я, конечно, не ожидала, что будут такого качества. Да, как бы все-таки они приехали из Азии, 2 месяца они не в моих руках были, волшебных моих ручках, которые везде нужно залезть и что-нибудь натворить. Были в чужих руках, но в заботливых руках. Как все-таки хорошо, когда продавцы любят не только свои цветы, но и чужие. Это прекрасно. Можно оставлять на долгое время, они будут жить у них, они будут заботиться, а потом поехать и забрать цветущие уже. Я шучу, конечно, но я думаю, что можно. Но это все-таки все равно шутка. Но заботиться они будут. Вот такие, как зацветут, я вам обязательно покажу. Ну, вы все знаете эти названия, знаменитые фаленопсисы. Ну, не смогла удержаться тогда, еще тогда развязалась. Но опять в завязке. Все, еще раз большое спасибо группе Happy Orchid. Вот это не реклама, но девочки-мальчики, кто мне пишет, вот пришли там убитые растения от той-то группы, от той-то группы. В группе Happy Orchid, вот честно, как бы, все по чесноку. Вот наглядный примерчик. Я очень рада, довольна. Я, правда, их забрала уже неделю назад. Все никак руки не доходили вам их показать. Но все хорошо. Спасибо группе Happy Orchid, девчонкам, хозяйке Лилии за такие цветочки, за их заботу и любовь. Всем пока, до скорых встреч. А, ссылку на эту группу я оставлю под этим видео. Прям смело посмотрите, там столько всего, цветочков. Но я не буду говорить, я даже боюсь заходить, потому что у меня будет опять срыв, мне нельзя. Но у кого, кто не в завязке, тот, правда, зайдите, посмотрите, не пожалеете. Там классные экземпляры, всегда скидки. И о ваших цветах будут заботиться. Всем пока, до скорых встреч!